Сангрия из семян 2014 года. Посеяла, хотела повторить такой вот кустик, как у меня был, шикарный. Но в этом году очень поздно сеяла, они еще не успели проявить всю красоту, распушиться, вот только начали давать побеги. Когда кустик будет более пышный, будет, конечно, более красивым. Листочки зеленые у сангрии, перчики от сиреневых перецветают в красный. Остроту сейчас попробуем. Уже не хочу сегодня ничего пробовать, но придется. Самый мягкий. Начну сразу с верхней части. Самый острый. Тонкостенный. Стеночки тоненькие. Но сок прямо брызнул почему-то. Недавно. Даже семечко попало в рот. Я вообще остроту не ощущаю. Никакую. То есть это как бы острый-неострый перчик. Возможно, где-то еще проявится. Иногда пробуешь, и вдруг раз и накроет. У меня уже во рту семечко. А знаете, ребята, вообще не почувствовала никакой остроты. Вот такой красивый, декоративный, острый, неострый перчик. Малевпусик. Карлечек.